этого источника весь, можно сказать, Алагирский район забирают воду. Обратите внимание, вот на канистры, это все набирается внизу, вводится в село. Зимой она замерзает, и чтобы растопить, надо заносить внутрь воду. У них других вариантов нет. Вода здесь не течет у нас. Вода возится оттуда, в это вот такой умывальник у нас. То есть она открывается, туда заливается вода, и как бы нагревается она, потом можно умываться. Дома побалла, мы вообще до когда это симпорткана, мы мы попали вот на сахарад это попоркана. Видите, тропинка, по которой сельчане спускаются, у кого нету машины, и в ведрах забирают воду, носят воду отсюда.